Ирина Павлуцкая, которая знает не только Якутию, но теперь и вся Россия, приняла участие в шоу Андрея Малахова. И в программе на Первом канале она впервые встретилась со своей родной матерью и узнала, что Никита Хон, мальчик с такой же кожной патологией, является ее двоюродным братом. Далее тему продолжит наш корреспондент Наталья Колесова. У 26-летней Ирины Павлуцкой нейрокожный меланоз. У девушки все тело в пятнышках темного цвета, и потому в народе ее называют «девушка-леопард». После того, как Ирина стала героиней необычного фотопроекта одного известного фотографа Якутска, ее фотографии быстро разлетелись по соцсетям. По словам Ирины, на фотосессию она согласилась только с третьего раза. Когда Вадим меня раз уговаривал, два уговаривал, помню, три уговаривал, я даже подруге писала, я говорю, какой-то фотограф пишет и пишет. Ну, что-то то ли подозрительного было, что, ну, в общем, свои, ну, я девушка, а он мужчина, и поэтому я думала, как так? И я ей писала, она говорит, я с тобой, я говорю, конечно, со мной. Ну, в общем, мы с ней обговорили так и сяк, и я потом с матушкой разговаривала тоже на эту тему. Ну и пришли единому согласию, то, что надо будет, а что, Ирка, ну надо, вот надо. Ну то есть ты сейчас в город переезжаешь, тебе надо как-то все равно людям показаться, потому что город большой, ты здесь у нас всем увидена, все к тебе уже привыкли, а в городе хоть как-то ты хоть немножко, но ты будешь всем увидена, хоть раскрепощенно себя будешь вести. Вот, и я думаю, ну ладно, все. Согласилась, приехала на фотостудию к Вадиму. Как признается сама Ирина, участие в фотопроекте помогло ей избавиться от комплексов и полюбить себя, свое изображение на фото и видео. А спустя некоторое время девушку пригласили на передачу Андрея Малахова. Как оказалось, у Ирины непростая судьба. Родная мать отказалась от нее еще в роддоме. Девушка воспитывалась в детском доме в Махсоголохе. То, что я прощу, не прощу мать, это только мое личное дело. Люди, это вас не касается. Это мое личное дело. И я говорю, вы забываете абсолютно обо всем, о самом главном, то, что люди, любите друг друга. Вот эти вот слухи, сплетни, зачем вам лишний раз? Это такой груз. В фотопроекте с Ириной принял участие и 15-летний Никита Хон. У мальчика такой же диагноз – меланоз. По словам Никиты, после фотопроекта многие хотят с ним познакомиться. Со мной стали больше общаться именно в социальных сетях. А так, как обычно, как жил, как и живу. А что пишут в социальных сетях? Много девушек пишут, очень много девушек пишут, хотят с ним познакомиться, много спрашивают. С ним я отвечать не могу, поэтому иногда игнорирую. Не могу просто много отвечать, не привык еще. Фотограф Вадим Руфов, который запечатлел нетривиальную красоту Ирины и Никиты, признается, что искренне рад, что помог им избавиться от комплекса. Давайте скажу за счет Никиты, да? Вот он сейчас, у него такой вот возраст, 15 лет ему, ну, подросток, да, вот переходной возраст, можно сказать. У него, вот, когда я в первый раз увидел, я вот чувствовал его комплексы, он был закрытый. И за счет Ирины, ну, у нее характер такой боевой, ну, она сама не совсем простая девушка, вот, с характером, да, но все равно у нее был барьер вот этот, вот, и... Сейчас она спокойно передвигается там по городу, ездит на автобусе, работу ищет, ездит, ее узнают. Вадим Руфов считает, что меланоз – это не повод закрыться и отступить от своей мечты. Фотограф намерен дальше поддержать и продвигать Ирину и Никиту.